Допрыгался ты, парень! Видите?
срез... Фраера повалили! Смотрите, кто там колеса катят! Пацаны, Аббас! Срисовали нас! Шухер! Пацаны! Я маслину поймал! Не убивай, мужик! Только не убивай! Здорово. Аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью иду. Проходи, не задерживайся. Ты ему про аномалии. Он тебе про подходи, хамар. Сталкер. Нечего. Ну что, меченый, документы из X-16 при тебе? Да, настроение хуже не бывает.
знает. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Вот дерьмо-то, а. Кино американского день, насмотрелись, коту под хвост катится. Крышу срывает от жадности. Ни хабара, никакого привака. Про аномалии. Он тебе про хабар. Нет, нечего думать не хотят, кроме бабы. Скроешься. Пока кишки по веткам не разбросай. Написано, так оно и будет. Фу. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Да. Позбивались тут в стае. Ну, точно зверь по свету шкуры. Собак не одни бывает. Как разбойничали, так и разбойничают. Все, они лучше стариков. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Значит так, меченые. Защитный прототип у тебя есть, чтобы от выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно защищать тебя от излучения. Ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить выжигатель. Что будет дальше, я не знаю. Но чувствую, оно того стоит. Точно знаю одно. Дорога к центру зоны будет открыта. Все, что нужно сделать... Это пробиться в бункер под антеннами и отключить их. Ничего. Берешься? Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Бы чего хорошего. Так ведь нету. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Пить как охота. Квасом сейчас холодного. Неохота мне за хабаром да сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись. Ничего, или крышу нормально. Срывает от жадности. Прорвемся. Ты ему про аномалии. Тут вон сколько он тебе неба про хабар. Я о чем друганы хотят, кроме бабок. Прорвемся. Пока кишки по веткам не разбросает. Да. Пить как охота. Настроение хуже не бывает. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Не учатся ничему некоторые, учиться не хотят. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Ты ему про аномалии. Да чтоб в нос шибал. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Ах, охота мне за хабаром сегодня плестись. Точно никуда сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Новичков нынче, что собак не любят. И все они лучше стариков знают. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Сапожище хреновые подсунули. И никого что на горизонте. Совести нет, вот ничего, ладушки. Нормалек. Вот и хорошо. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Опять сапожище хреновые подсунули. И учиться что не хотят. У них совсем совести кино нет у этих? Насмотрелись. За неделю подошве гоплык. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, настроение кроме бабок.
хуже пока кишки по веткам не разбросает. А все-таки накоплю я на свой домик. И лес рядом. И не радиация. Позбивались тут в стаи. Но точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, чтобы высморкаться. Вот дерьмо-то, а? Не учатся. День коту под хвост катится. Учиться не хотят. Ни хабара, никакого приварка. Насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Ничего, нормально. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Хабар пошел. Неужто завязывал? Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нет. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Неужто за что на роду написано, так оно и будет. Кусок бы мяса такой. Здоровый, чтобы настроение хуже не бывает. Чаще, сочный. Позбивались тут. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. Всегда бы в гамачке была. Да с книжкой толковой. Если прикинь. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Правда, да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела, скворчащий, сочный. И что же оно за выжигатель? А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Или брешут? Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос. Система шло. Жизнеобеспечения включена. Вот дерьмо-то. Новичков нынче, что собак не резал. И все они лучше стариков знают. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Что да с книжкой толковой. Так оно и будет. Что у них совсем совести нет. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету.
пить, как охота. Хабар пошел. Квасу мне сейчас холодного. Неужто завязывать пора? Да чтоб в нос шибан. Да. Настроение хуже не бывает. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Не тормози, опять мужик. Сапожище. Моя информация подсунули. Может тебе пригодиться. Что, у них совсем совести нет? Эх, за неделю вот всегда готовит. Бы такая пруха. Новичков нынче, что собак это не резать. Нету. И ага, все, точно. Лучше стариков. 3-4 таких похода, как вчера. Если бы еще хабар нет, не хуже. От судьбы и точно все. Никуда не скроешься. Завязываю с зоной что нахрен. Написано, позбивались тут в стае. И будет. Но точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Пожрать бы чего вот хорошего. Солдаты, блин, так тоже. Ведь нет. Человека им шлепнуть, что хабара, опять сапожище хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих... За неделю подошве гоплык. Проходи, не задерживайся. На нас лежит огромная ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Oh.
Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Колбасу и батоны на инчекрине хуже не бывает. Эх, вот всегда бы такая трубка была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Да, настроение хуже не бывает. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. И никого на горизонте. Кусок бы мяса такой. Вот и хорошо. Здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. Ничего, нормально. Да. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. Эх, вот всегда бы такая не труха тот была. Уже хабар пошел. Это не если тот. Прикинуть... Неужто завязывать пора? Точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной на... Кусок бы мяса такой... Здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. Ни тварей, ни сволочей разных. Кусок бы мяса такой. Здоровый, чтоб прям с вертела. Оружие убрал. Скворчащий, сочный. За неделю подошве гоплык. Колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Да. Кусок бы мяса настроение такой хуже не бывает. Здоровый, чтоб прям с вертела. Чаще, сочный. Не учатся ничему система некоторые, и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Чтобы ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, тварь, пока кишки по веткам не разбросает. Разных. Вот дерьмо-то, а! День коту опять под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Совсем совести нет у этих... За неделю подошве гоплык. День коту под хвост. Разбивались тут в стае. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Точно никуда не скроешься. Зона на ту написана. Так оно и будет. Защити мир от зоны. Вступи в долг.
Черт, опять 25. Коту под хвост катится.